Вообще, ты меня со своими запросами уже заколебал. Так, ну че, сейчас баньку растопим. Какую баньку, привет, бать? Никакой баньки сегодня не будет. Сегодня у тебя другие дела, ты понял? Очень важные дела. У меня сегодня баня, понял? И это самое важное дело на сегодня. Все, я готовлю печку. Это было важное дело 5 минут назад. А теперь другое важное я дело. Я тебя не слышу. Что значит ты не слышишь? Ты что, глух? У меня, между прочим, все мои друзья отказались в гости идти. Давай-ка быстро, руки в ноги и мне окно вырезать. Чё? В будке мне нужно вырезать окно. Никто не хочет такие истории, как тюрьма. Всё. Ты закон. Твои друзья — это твои проблемы. Все, я тебе будку сделал, больше ничего не обещал. Все, бать, ты нарвался. Если сейчас же не пойдешь, буду лаять на всех твоих друзей и кусать их. И они тогда твою баньку не пойдут. Эй, ты что делаешь совсем уже? Ну ты шантажист, я от тебя такого не ожидал. Ладно, иди показывай, что там за проблема у тебя, а? Пошли, пошли! Давай скоренько, что так медленно идешь? Че? Че не нравится? Так вот, бать, вот на этом месте нужно сделать окно. А то совсем мне темно, сказали, только в тюрьме бывает все без окна. Вот, вот, да, вот здесь, вот отсюда, ну и, сам понимаешь, вот до сюда, да. Два, отступаем, раз, два, три, окно, раз, два, так. Вот здесь эти три? И да, три. Шерлок, это ты капец придумал. Короче, бать, вот это все должно быть готово в течение часа, потому что вечером я зазываю своих друзей, ясно тебе? Ладно, пойду баню растоплю. А я в тенек пока. И вырезать буду, начну тебе тут. Давай, давай, поторопись-ка. А я тогда жду тебя здесь. Ну все, бегом, левой, правой, раз, два, три. Левой, правой, батя, не правой, левой. Бегом, говорю! Вот так, подгоняй вечно. Так, ну что, смотри. Так, пойдем? Давай, показывай. Вот, раз, два, три, вот. Отлично, я люблю большие окна. Подойдет, режь давай. Режь. Чтоб срезать нормально. Надо сначала просверлить, чтобы электрорубанок влез, а потом резать. Ну давай, я пошел отдохну. Бать, а что это за агрегат такой странный, а? Я такого раньше не видел. Это вроде не дрель, а? Я раньше думал, что страшнее уже инструмента придумать нельзя. А это прям, знаешь, бать, на кого? На какой-то зуб страшный, прям как в стоматологии. На сверло похоже. Ладно, я уйду лучше подальше. Уходи, а только мешаешь. Это называется электролобзик, ты. Ну чё, позвоним этой мурке этому шарику, алло? Привет, товарищи, друзья. Ну что, я сегодня батю заставил там поработать, мне окно вырежут. Ну, если хорошо все по плану пойдет, он еще и покрасит мой дом. Поэтому сегодня жду вас 8 часов на тусич. Этот, как это? А, на новоселье, вот как оно называется. Нет, без опозданий. С собой каждому иметь косточку и кило мяса. Всем ясно? Ну все, пока. Вот так понимаю, бать. Окно, только оно, слышь, колется. Колется? Так я еще не закончил, а только закончил вырезать. Тогда надо сделать так, чтобы не кололось. А то мои друзья придут, я уже, между прочим, всем позвонил. И скажу, что опять не будка, неизвестно что. Поэтому давай, работу выполняй качественно, а то не заплачу. Шутка. Я тебе сейчас пошучу так. Сейчас мне на самом деле будешь платить, понял? Говоришь много. Да, хорошая будка получается. Бать, так получается, у меня здесь два входа уже. Так я вот только хотел сказать. Это если шарик вдруг начнет на мурку дебоширить, я его сразу через окно и вышвырну, да? Давай. Ну-ка, как ты из окна вышел? Выходи. Не, я лучше через дверь. Это шарик через окно. Окно. Так, ладно. Наждачка где-то была. Сейчас зачищу и баню пойду топить. Подожди, какую баню, бать? А покрасить? Ты мне, между прочим, обещал. Обещал! Куда пошел? Я тебе сказал, крас!
От тебя ж не отвязаться. Сейчас зачищу сначала, понял? Зачищай, у тебя работы сегодня много. И пес у меня это вместо того, чтобы не отдыхать, париться, баню топить. Я собаке уже в который день опять этой будкой занимаюсь, а? Вадей, так громко не надо, потише сделай, я тут, между прочим, отдыхаю. Ну-ка, пошел отсюда, быстро. Ё-моё, ладно, заканчивай работу. Так, будь сразу. Ну чё? Долго ты ещё? Я уже этот стол хочу готовить, батя! И зачем ты мне эту крышу снял, я не понял, а? Мастер-ломастер вместо того, чтобы мне делать, взял крышу сломал! Я зачищал твое окно. Все равно она была не закреплена до конца, еще не доутеплял. Все, видишь, на сегодня на твое новоселье пойдет. А завтра будем еще ее покрывать кровлей специальной. Не, сегодня еще красить будем, бать. А цвет надо брутальный. Так как я мальчик брутальный. Брутальному пацану и цвет розовый. Ты что, бать, брутальный пацан? Это черный цвет. Какой розовый? Не видел, чтоб ты ходил в розовой майке. Ты же у нас типа брутал. Ты в черный ходишь, я брутал. Видишь, спина у меня вся черная. Где ты видишь на мне розовое? Да у меня просто остатки розовой краски были. О, черный, да? Такой, как подшива, пойдет цвет? Главное, чтоб не такой, как у коляски розовый. Черный подойдет. Так что давай, вперед, батюнь. Хочешь, я тебе помогу? Отпечатки своих лап поставлю. Вот давай только вот без этого. Я один раз, ладно, два раза пройдусь краской. И все на сегодня. Давай бегом, беги уже. Хрентяй. Что ты сказал? Это ты мне сказал? Да ладно, ладно. Можно подумать, работник. Ладно, ладно, работник. Иди скорее крась. Сейчас тебе нос шлифану. За такие твои эти разговоры, понял? Ой, боюсь, типа боюсь. Давай, крась! О, краску притащил! А что ты эту мою будку отодвинул? Мне нравится, когда у меня это на дорожке стоит, а не на траве. Грязь будет в дом носиться, эй! Комментаторов вон от работы. Можешь взять кисточку сам и красить, а то комментируешь только. Ладно, я как обычно дурью помаюсь, пальто. Покружусь, полежусь, это побалдюкаю, короче. А ты давай работай! Балдеть не твоя задача, а моя. Брутальный цвет ему. Ты там не возбухай, брутальный хочу. Фу, все. Что, хочешь сказать, что закончил? Да. Но я вижу, не слепой. Молодец, могу сказать. Я даже сзади покрасил, что ты мне уже ничего не сказал. Спасибо и на этом. Итак, буду принимать работу, мать. Ну, показывай, где как покрасил. Так, здесь. О, я кое-что вижу. О, бать, ты внутри не покрасил. Мне такое не нравится. Мне нравится, когда все готово. Что? Тебе еще внутри покрасить, да? Конечно! Ты куда, бать? Ты куда убегать собрался? Я тебя, бать, не выгоняю. Ты можешь остаться, а? Это я тебя выгоняю. Пошел вон. Идешь? Будешь у меня там жить и там свое новоселье будешь справлять. Ты чё? Ладно, все, меня устраивает, пошутил. Подумаешь, раз щенок пошутил. Что, шутки не понимаешь? Блин, ах, не получилось. Ставить его покрасить. Ладно, пойду проверять дальше. Дом на колесах, а не будка. Ладно, бать, все меня устраивает. Пусть будет такой.